Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 359-е упражнение. Прочитаем задание. Спешите, подчеркивая грамматические основы, заключая в овал составные союзы и расставляя разделительные запятые между частями сложных предложений. Над простыми союзами напишите «ПС». Первое. Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено. Итак, давайте с вами выполним задание. Расставим для начала запятые. Затем необходимо заключить в овал составные союзы. Союз до тех пор, пока. И над простым союзом написать «ПС». Это союз. И союз, но простой союз. Затем необходимо подчеркнуть грамматические основы. Бабушка держала, посматривала и любопытство было удовлетворено. Второе. Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь, и в особенности от того, что Денисов восторгался ее пением. Сложный у нас союз от того, что... И выделим грамматические основы. Наташа начала петь. Денисов восторгался. Союз «и» простой. С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день. Я спал... Измучился. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов. И мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Итак, то было сказано и волновало. Мы молчали, сказали. Только что вы ушли, она вдруг искренне стала раскаиваться. Выделим еще составные союзы. Вы ушли, она стала раскаиваться. Цветухин придумал поход в ночлежный дом для изучения типов, потому что театр готовил над ней. Цветухин придумал. Театр готовил. Сложный союз, потому что. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.